Хочу начать свое дело, но не знаю как. Пожалуй, эта мысль – главный барьер для начинающих предпринимателей. Найти мотивацию для старта, узнать основные правила бизнеса, научиться собирать эффективную команду и вести переговоры. Можно всего за 2 дня на форуме «Мой бизнес. Деловой Севастополь». Выстраивание взаимоотношений с клиентами, выстраивание правильной политики в социальных сетях и маркетинга. Надеемся, что все эти инструменты будут полезны малому и среднему бизнесу Севастополя и тем, кто хочет начать свое дело, дадут возможность принять решение, выбрать нишу и открыть свой бизнес. Тем, кто уже имеет опыт в предпринимательстве, улучшить свои показатели. Мастер-классы и лекции для предпринимателей проведут успешные эксперты и лидеры мнений. Телеведущая Лейсан Утяшева, автор известного фитнес-проекта Василий Смольный, а также бизнес-консультанты, директора рекламных агентств и специалисты по продвижению. Все они будут выступать в режиме нон-стоп. Форум «Мой бизнес. Деловой Севастополь» организовало Министерство экономического развития России, и его уже проводили в десятке регионов страны. Краснодар, Ростов, Челябинск, Петропавловск и Новосибирск – это лишь часть городов. Теперь в этом списке и Севастополь. Мы очень хотим, чтобы наши предприниматели при этом получали и должного уровня знания, новые видения, и узнавали возможности, которые сейчас даются для развития своего бизнеса. И для нас очень важна и большая честь, что Минэкономразвитие вместе с университетом «Синергия» выбрал наш регион для проведения форума. Форум пройдет 21 и 22 ноября в Доме офицеров флота. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. На него сможет попасть всего 1000 желающих. И уже сейчас зарегистрировалось около 900 предпринимателей со всего полуострова. Чтобы стать слушателем, нужно зайти на сайт moibusiness.rf, указать имя, телефон и адрес электронной почты. Там же можно узнать всю подробную информацию об экспертах и темах. Екатерина Брега, Сергей Котляренко, Севастопольское телевидение.